Но я думал, что там и Нарос, он в принципе нормально будет. В плане того, что у него хп много, а та штука хп ест. Ну, я тебе скажу, она прям неплохо ему сожрала. То есть мне пришлось порядка, наверное, 50 таблеток вбухать, может, чуть меньше. Вот, на хп. Ну, я не помню, большие они и средние были. Надо глянуть, потом будет. Надо, кстати, сейчас поменять их, сейчас гляну. Вот. Ну, жрала прям конкретно. Я вот так и не понял, она в процентах ест, либо просто хп. Да, большие таблетки съела. Даже не 50, там 60 где-то съела. А музыкальную открывал? Октавия, которая? Ну да, там типа Ну, это такого органа. легко вообще. Там с кучи сторон надо музыку проиграть. Ну да, ну это легко, там главное запомнить. Но иногда трудно запоминается. Ну, когда один входишь без всяких там сторонних, я сегодня соло пошел, поэтому. А как открывается соло комната, где, короче, надо 4 цели, ну, поставить себе кружки, ставить их и Вот, я тебе открылись. говорю, я тебе могу ссылку, в принципе, на твич скинуть, я еще не делал, ну, не резал видео, но я потом нарежу. Поставишь стража, Да, вот, там, вот. если у тебя есть этот, как он называется, Спектр. не спектр, а ты можешь выходить в оператора, то ставишь фрейма на одну, в оператор перепрыгиваешь на другую. Вот. А потом уже в самом конце, там вот когда уже 4, там спектры помогают. Ты, кстати, можешь принять, если готово. Можем, в принципе, еще 2x альянс. Ну, уже ладно. Там, типа, но там все равно шпионаж, так что мы Ну, не шпионаж боимся. следующий, этот сейчас так побежим, а потом тогда. Там еще Денис вроде в сети. Да, Дэн этот, короче, он странный какой-то. Там еще чуваки тоже создали каких-то беседок отдельных от Дискорда, от этого, от Альянса, и сидят в них. О, боже мой. И меня еще туда позвало, говорю, а смысл, говорю, зови своих чуваков сюда, что я туда к вам забегаю. Че, говорю, ты херней занимаешься? И до этого тоже чувак также свою беседку создал и сидит там. Ну, сидит, посидит. Говорит, там прикольно. Ну, прикольно, ладно, окей. Социопаты какие-то. Отрываются от коллектива. Ну да, потом говорят, почему в Дискорде мало народу сидит. Ну, это... Что, за уши, что ли, должен если сюда тащить? Все странные. А ведь все видят сообщения, все видят, когда кто пишет, когда кто заходит, и все равно глупые вопросы задают. Зайди вон, если не хочешь ни с кем общаться, залезь в эту в другую группу, в какую-нибудь именно группу, в раздел. Ты сиди там, жди, пока кто тебе нужный придет. А ты за кого? Лаки. Я что-то случайно из инвиза. У тебя прям любимый Локи. Да я вообще обожаю. Я вообще раньше, знаешь, на вылазки только им ходила, даже не подбирала фрейм. Сейчас так иногда стараюсь менять. У меня все никак испытание на этом. У меня не испытание, а ачивка, на стимовская. На скрытые убийства не открыто. Там 100 скрытых убийств нужно сделать. Я не сторонник просто этих лидеров. Мне больше такие жирные нравятся. Мне как раз таки рассказали. Ну или плюс я еще у нас программа будет проходить быстро. Убежать, конечно, пойти и свалить. Ну, эта мода, в принципе, на любого можно наставить на скорость, то есть тот же самый Вольф. Конечно, он не невидимый. Можно стражика нацепить. Тут где-то этот. Опа.
Ships destroyed. Head to extraction. Move and strike. We have to win this. Плюс на ули тяжко бегать за локи, потому что тут зараженные могут ХП высосать. И вот эти вот штуки, когда взрываешься, тоже не очень вкусные. Эту карту вообще ненавижу. Ну и вот это как раз таки то, что я и говорил. Ну, может вставать. Бегаешь в эти красные портальчики, или как их обозвать, не знаю. Ну, я их отбегать пытаюсь. Вот еще один зашел и молчит, нет, чтобы поздороваться. Здоровались же. Здрасте. Ну так вживую ты не здоровались. Добрый вечер. Со всеми ты не здоровался. Здрасте. Так, ну что, сейчас этот чел туда выйдет. Тоже локи возьму. А чё ты какую музыку слушал? Какую музыку слушал? Дувка. Просто. Я там, кстати, вам скидывала в чатик в Дискорде. Кого? Самурайские мотивы. Я смотрел. Я... Там много подборка большая. Не особо любитель такого, если честно. Ну, я обычно на фон просто ставлю, пока я беру слова. Просто под Warframe очень подходит. Ну, так-то да. Хотя, ну что? Не, я в принципе восточный-то люблю, но... Как тебе сказать? Ну это там подработки. Восточные танцы. Не. Не такое. Да. Танцы-то точно я люблю. Че, кто первый Эксимуса поймает? Хорошо, что хотя бы подвода очень поможет. Да, аккуратно, неаккуратно. Я боюсь, что вот когда открывать побежишь, там будет стоять. На вылазке, что ли? Tenno, you are here to infiltrate data vaults and retrieve highly sensitive enemy information. Ancients are the most powerful. Ages being made them strong. А? На вылазке, на что ли? Ты на В. Да. You're nearing the console. Trigger the alarms now, and they will start destroying the data. Ну да. Как раз тут самый веселый. Еще и здесь я думаю, что стоит. Господи.
Меня не, чуть не съели. Прям дых остался. Смотри, что ты совсем не съели. Прям рядом стоит со мной, блин. У меня тоже будет. Сейчас это. They're lured out by the death of infested. Lay low, and it should go away or amp up the fight to draw it out. Нет, убежал. И, короче, два на лестнице, и еще один прям на точке был. Не убили, что ли? И не убили? Нет, не убили. Почти. Ну, они как аурой своей вот этой. Привет, ребят. Здорово. Ну, здорово. Здрасте. Чего там? Да, мы на вылазку побежали. Я понял. А ты как там со своим квестом? Все еще не прошел? Я только домой пришел с работы. Че, в игру пойдешь? Да, пойду. А что делать? Я уже поел. Живот набил. Ну да. Можно и так сказать. Налил себе попсиколки. Сейчас зайду в Warframe. Поиграем. Ну, пока, наверное, поиграешь только. Ты ж квесты там не добил. Ну, да. И что он проходит? Я уже и забыл, что он внутри. Не, он не войну внутри проходит, он... Этот, ему сейчас как-то сообщение нужно... Второй сон. По-моему, его можно не проходить, это скрытые сообщения. Главное, пооткрывать все узлы. По идее. Ну, я так думаю. Ой, вчера вечером смотрел видосы, как это все. В общем, надо открывать все узлы. Только потом, скорее всего, он меня опустит. Мне кажется, все-таки не из-за узлов, а именно из-за квеста. Тебе же там писало, что тебе нужно войну внутри пройти или что-то такое. Или сон вот этот как раз таки. Да, посканируй. А, да-да-да, войну внутри. Там не особо важен квест, тот это скрытые сообщения, по-моему, там главное войну внутри пройти. По идее, тоже один из важных квестов. Не точно. Вот, чтобы его пройти, тебе нужно до этого еще сделать ряд квестов, правильно? Чтобы он открылся. Он же у тебя закрытый. Ну, сейчас зайду, посмотрю, сейчас захожу. Там, когда тыкаешь на этот квест именно, там он у тебя должен, в принципе, подписан быть, как который вот война внутри или какой он там второй сон, не знаю. Второй сейчас гряну даже. Второй сон уже. Да, второй сон ты прошел, сейчас. Стоп. А, нет, стоп, какой второй сон ты прошел? Ты войну внутри прошел, по-моему, да? Нет. Я второй сон прошел. Да, вот ты второй сон, все верно. Второй сон прошел, тебе теперь нужна война внутри. А чтобы ее пройти, тебе нужно какой-то квест сделать. Когда на нее наводишь, там будет написано, что тебе нужно, чтобы ее открыть. Дойти до Плутона и сразу Спектра убить. Сейчас зайду, бля. Там дальше мобилка. Да, она не сложная. Посмотри, они там бить больно будет. Разрезом. Это, мне кажется, даже через щиты они будут херачить. Ну, у меня есть таблетки,
Да, я думал... Я на заметло взяла. Хочу еще один ивент с Лефантисами на Земле. А что там? Ну, это как вот зараженные вот эти были, только там в конце эти были. Здоровые Лефантисы. О, господи, у меня что, игра вылетела, что ли? Залетишь? Не. Зависла? Повисла, да, походу. Ничего не трогай, сейчас загрузишься. Нет, она все-таки крашнулась. Блин. Переходите заново.